В моей семье уже привыкли к азиатским блюдам, и даже уже их полюбили, поэтому я с удовольствием ищу новые рецепты, которые бы обрадовали родных, например, им очень понравился следующий, читайте. Я описала, как приготовить говядину по-китайски в кисло-сладком соусе, классика азиатской кухни. Мелко нашинковать мясо и добавить к нему пикантную нотку. Как всегда предлагаю сделать на гарнир обычный рис, чтоб не перебить вкус основного ингредиента, а только его слегка оттенить. Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Для начала сделайте соус, смешайте соевый соус, вино, сахар и воду. Мясо промойте, нарежьте его полосками. Имбирь с измельченным чесноком обжарьте в масле в течение пары минут, постоянно помешивая. В сковороду влейте соус, после того, как он закипит, добавьте мясо, тушите его под крышкой на слабом огне в течение 30-40 минут. Вкуснее тем, кто подпишется. За 3 минуты до готовности добавьте в мясо соль, кориандр и перец, жидкость полностью выпарите. Подавайте говядину с зеленью и рисом, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Говядина, 500 грамм, соевый соус, 60 мл, вино белое сухое, 50 мл, вода, 200 мл, имбирь натертый, 1,5 столовые ложки, сахар, 1 столовая ложка, растительное масло, 1 столовая ложка, кориандр, 0,5 чайных ложки, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, чеснок, 2 зубчика, количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Еще увидимся.